При содействии судоходной компании «Укрферри», художественного училища имени Грекова, а также Одесского ротари-клуба, в Музее современного искусства Одессы прошла выставка-продажа картин, посвященных Стамбулу. Предшествовала этому поездка 30 студентов Одесского художественного училища имени Грекова на теплоходе «Каледония». Еще в начале прошлого года компания «Укрферри» стала инициатором и организатором нового проекта «Соединяем берега». Новизна проекта заключалась в привлечении к нему украинских художников. В течение года более 200 живописцев, искусствоведов, специалистов художественных галерей и журналистов отправлялись в творческие командировки на судах «Укрферри». Творческий импульс, рожденный в этих путешествиях, дал жизнь десяткам новых художественных полотен, которые в ближайшее время будут экспонироваться на выставках и в городе на Босфоре в рамках программы «Стамбул. Столица европейской культуры 2010». От этого проекта не могло остаться в стороне руководства Одесского художественного училища имени Грекова. Туристическая компания «Укрферри» в лице господина Федорова оказала нам честь и отправила группу студентов и молодых преподавателей в Стамбул для ознакомления с Турцией в рамках программы «Турция – культурная столица Европы», для ознакомления со Стамбулом, с его культурой, с достопримечательностями. Вот. Поездка была очень интересной. Мы посетили максимум того, что можно было посетить за 3 дня. Были во многих музеях. Огромное впечатление произвел у нас археологический музей, собственно, мечети, музей современного искусства. И результатом этой поездки и этой акции явилась эта выставка, где представлены фотографии и живописные работы, выполненные по впечатлениям от этого визита. Представленные работы, по словам авторов, лишь малая доля их эмоций, творческих замыслов и будущих проектов. Кроме того, участвуя в этой выставке и в акции «Ротари Клуб Одесса», юные художники убедились, какой мощной может быть сила искусства. Помноженная на желания людей и коллективов, их бескорыстную помощь она может спасать даже жизни людей. По согласованию с компанией «Укрферри», эта выставка является выставкой продажи, благотворительной акции, средства от которой пойдут на лечение детей, у которых сложные заболевания. С первых же минут открытия выставки нашлись и первые покупатели, каждый из которых выбрал свой небольшой уголок Стамбула, увиденный детскими глазами. Я выбрала эту чудесную картину-фотографию «Коллаж». Вот стоит ее автор, талантливая скульптор, болгарина, знаю только фамилию. Почему выбрала? Потому что я работаю сейчас над спектаклем. Она очень театральная, очень образная. И вообще там Сальвадор Дали, я не смогла отказаться от нее. И в этой фотографии, это мое впечатление, это как коллаж впечатления мое о Турции, о рынках, вообще о колорите, о настроении. Действительно, в этой фотографии я увидела и цвета, и настроение, и эмоции, которые посетили меня в то время, в которое я перебывала в Турции. Очень понравилось, я бы хотела еще посетить по возможности и еще буду посещать. Сегодняшняя акция – выставка картин прекрасная, которая, опять же, детьми была создана, и реализация этих картин позволит провести операции на сердце обездоленным людям, обездоленным деткам, родители которых не в состоянии оплатить. Поэтому мои дети не только приехали и играют на этой выставке, они также захотели и поучаствовать в этой благотворительной акции и решили купить картину, которую разместим в школе Столярского, и таким образом, чтобы средства передать для операции дальнейших детей. Вы просто увидели знакомые улицы и сразу начали обсуждать их, говорить, кто там был, кто нет. Просто картину выбрали, много хороших картин, а просто она присмотрелась нам, и мы купили для того, чтобы, конечно, помочь детям. Вырученные от продажи полотен средства направят в фонд оказания помощи кардиобольным детям.
присутствовал на открытии выставки и генеральный консул Турции Мурат Тамир, который внес свой вклад и приобрел одну картину. Организация этой выставки продажи в проекте компании «Укрферри. Соединяем берега» занимает особое место в благотворительной деятельности. Участники мероприятия уверены в том, что тот жизненный духовный опыт, который получили юные художники в этой благородной акции, станет значимой вехой в их жизни и творчестве.